В выходные 23, 24 и 30, 31 марта с 13 до 16 часов значительно изменится расписание движения пригородных поездов на Ленинградском направлении. На участке от Зеленограда Крюкова до Ленинградского вокзала в обе стороны не будет движения с 13.30 до 15.20. Поезда из Твери и Конаково будут следовать только до Зеленограда Крюкова с увеличенным интервалом до 50 минут. В остальное время интервалы движения частично увеличены до 20 минут. Часть поездов будет отменена. С 13 до 16 часов экспрессы будут следовать по пригородному тарифу 6000-й нумерации. Для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы. Также можно будет воспользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.